Сельскохозяйственные машины, выпуская клубы черного дыма, штурмуют препятствия. В Ростове-на-Дону прошли ежегодные гонки на тракторах под названием «Бизон Трек Шоу 2015». Соревнования эти не только на скорость, но и на проходимость. Машинам приходилось преодолевать глубокие ямы, заполненные жидкой грязью. Испытанию подвергались и нервы водителей. На одном из участков трассы им было необходимо проехать через горящие ворота. И сделать это удалось далеко не всем. В соревнованиях участвовали только трактора марки «Беларусь». Это самая распространенная машина на постсоветском пространстве. Некоторые водители делали ставку на внесение модификаций для увеличения скорости. Как сказать, зависит все от трактора. Как выиграешь, нормально. ПСЛА на первом выводе. Другие предпочитали получать преимущество за счет водительского мастерства и к тюнингу не прибегали. Нет, ничего не делали. Просто мы принять участие. Я думаю, не обязательно тут скорость, тут надо думать головой в этом шоу. Победителем турнира, который проводится уже в 13-й раз, стал участник из Ростовской области. В качестве приза компании, которую он представлял, получил новый трактор «Беларусь», а самому водителю вручили мотоцикл для личного пользования.